Продолжаем маршрут Красноярск, Иркутск, третья серия. Вторая закончилась на кольце в городе Канске. Но эта серия начинается с этого момента. Через города, небольшие населенные пункты будем проезжать без ускорения, с оригинальным аудио. Желаю всем комфортного просмотра. Впереди лежачий полицейский. Ограничение 20. Дружище, ну ты что такой медленный, а?
Алло. Да, пап. Звонил. Ну так, дорогу снимал, ВКонтакт зайдешь, посмотришь. Этот, по городу проезжал, навигатором пользовался. Ага, да, это, да, я помню этот, разговаривал, это я, по-моему, к Орехово-Зуево, что ли, подъезжал, вот, где-то там говорил такое по поводу этого, да? А, да? А я что-то думал, где-то в районе Орехово-Зуево. Слушай, у меня там следующий запрос поступил. Волгоград, Ставрополь. Просто жесть. Не знаю. Будет остановка, прочитаю, изучу. Ну как же, Женя, я думаю, что не стоит терять время. Нужно брать этот... Ну, уж не брать, а не нужно терять время, чтобы он, ну, как бы по Москве работал. А я пока так. А я не знаю, надо смотреть, я не помню. Я не помню, надо посмотреть. Ставрополь где у нас находится? Где-то в районе, да, где-то на югах. Ну, не знаю, надо будет искать, смотреть варианты. Почему? Да не, ну все хорошо. Хорошо все. Да. Угу. Ты как когда будешь выкладывать? Когда следующая серия появится? Ага. Короче, завтра утром появится, да? Ага. Блин, как бы обработку эту ускорить, а? По 12 часов обрабатывать, ну это жесть. С кем? А, все, понял. В этот Волгоград, Ставрополь? Да нет, это не так. Все, вот выезжаю из Канска слева. Этот, да, все, выезжаю из Канска, из города. Этот не вариант, потому что, ну, ему желательно тот, который там либо из Москвы куда-то, либо откуда-то в Москву. Но не такое, чтобы откуда-то куда-то. Ну и, да, либо старт, либо финиш в Москве ему нужен. У него нет времени там туда-сюда на поездах кататься. Смотри, будут прослушивать, услышат, что ты там ничего не говорил. Анонс, откуда, куда, чего. Нет, что там?
А, это да, это давно читал. Это давно он написал. Да странно как-то, я ничего не делал, этот мойку он записал, а после мойки не записал. Странно как-то. Ну, да не, так, не особо. Дороги так себе. Да. А все, лента теперь в Иркутске будет. Я сегодня где-нибудь на этом, на стоянке, где-нибудь там буду. Зайди сейчас в ВКонтакт, можешь зайти? Ну, и не только. Интересно твое это мнение, комментарии. Проклятые рудники. Вон тебя, ты замучила? Да. 4 года 5000 рублей заработал. Да. Трасса Р-255, Сибирь. Что там, смог или дожди, тучи, что это? А, смог. Да. Так. А, они вот так вот что ли делают? Ага. Ага.
какую-то новую схему они придумали фиговую, мне кажется. Да, я здесь. Ну, один раз только пропало, а так в целом, ну, нормальная связь пока. Слева у тебя там есть группы или мои группы, что-то такое. Вот, кликай. Ага. Да, пока да, пока да. Не забывай, пожалуйста, там в Ютубе этот вставку эту. Алло. Алло. Не слышу. Поговорили про связь, и связь пропала. Ну да, да я спустился тут в низину, и она пропала. Видел, да, вот это вот видео посмотрел, я там по 20 секунд сниму. Пока не будешь говорить, куда чего или будешь? Свернусь на заправку, сейчас залью полный бак. Thank you.
Так, небольшая остановка, отдых. Заправка автомобиля. Кофе. Трасса Р-255. Сибирь. С левой стороны по ходу Иланский населенный пункт. Через него проходит железная дорога. Чуть позже постараюсь прочитать и ответить на комментарии, которые поступили к этому времени. Но буду выбирать паузы, когда будет тишина в салоне. Ага. Да-да-да-да-да, я говорю, ага. Единственное, этот еще, сейчас. Надо что-нибудь придумать. Ох, незамерзайка заработала. Вот именно, ура. Этот, нужно будет что-нибудь придумать. Телефон как держать? В руке же мне не очень удобно. Ну, это я иногда разбавляю телефонными звонками монотонность движения. Свое описание накладываешь на мои комментарии, что ли, или как? Сейчас, подожди, пожалуйста. Небо ясное, но этот на дороге снег, от фур метет, поднимаются эти вихри, и от встречек, и от попуток поднимаются эти снег. Ну, я стараюсь, насколько могу, держать его чистым, там останавливался два раза, поливал, чтобы этот почистить. Да минералкой чищу его. Я не замерзайку всю залил. Вот. Да нет, ничего не оттаяло и не собирается оттаивать. За бортом минус 9, а двигатель, ну я не вижу. Ну градусов сколько? 90, наверное, или сколько-то.
Хорошо, да. Ага, давай. Так, начинаю отвечать на вопросы, которые поступили, на комментарии, которые поступили к этому времени. Роман Акамеев. Макдональдс от слова Мордор. Типа Мордовия. Это Мордор. Мы мордва, мордорчане, жители Мордора. Ну, это я привязываю к той вывеске Мордональдс, которая была вот на трассе. Очень примечательное место, знаменитое среди водителей. Ну вот, Макдональдс подал на них в суд и, ну, в общем, убрали эту вывеску, к сожалению. Мне она очень нравилась, и готовили там неплохо. Константин О. У нас СОЖ – это смазочно-охлаждающая жидкость. А в Сибири много людей с корнями из Белоруссии и Украины. Но это СОЖ, кафе, место привала, отдыха. Рекомендую туда, проезжая мимо, рекомендую заезжать туда, отдохнуть. Очень хороший, приветливый хозяин. А СОЖ – это река в Белоруссии, я потом уже выяснял. Путник 81-й. Я вот на днях тоже выложу серию о Красноярске. Проехался через город по мостам и дальше в сторону Дивногорска. Ну, ждем, путник, ждем. Всегда интересно такие вещи смотреть. Так, Феррит написал. О, знакомые места. Я, как понимаю, машина всю ночь пыхтит. Сколько топлива уходит? Сколько уходит топлива, не замеряли? Да, уходит там минимум литра, наверное, два, может быть, максимум. Потому что в зимний период очень опасно на трассе выключать двигатель. Потому что в любой момент резко может упасть температура, переохладиться двигатель и потом его не завести. Константин О. От Огрыза до Менделеевска, можно сказать, сельская дорога. Нет инфраструктуры, поэтому на федералке через Можгу, Алнаши инфраструктура есть, но она гораздо загруженнее. Ну, как вариант, я просто показываю все возможные варианты при движении на восток. Так что сравнивайте, делитесь опытом. Это очень будет полезно для тех, кто впервые отправляется, например, в дальнюю поездку. Да и не только впервые. Это может быть полезно и уже бывалым водителям. Роман Акамеев написал, у гаишников высокие зарплаты. Зачем ты ему денег дал? Никто никому денег не давал. Не знаю, с чего ты это взял, Роман. Так, что еще? Так, Алик Ковалев, ну это спам. Александр Сиркин. Меня одного смутило, что человек на Хендае повернул налево из правой полосы и на красный на 20-й минуте. Ну, Валентин это тоже смутило. Посмотрели. Оригинальный подписчик, ядро. Маршрут раскрыт. Йошкар-Ола, Яранск, Шахунья, Нижний Новгород. Ну-ну. Так, все, пока с достойных. Больше комментариев достойных внимания пока нет.
Найди мобильный пост ДПС контроль скорости. Ограничение 40. Впереди город. Ограничение 60.
второй город такой проезжаем, длинный, слева-справа дома. Вот всю эту дорогу думаю, чем здесь можно заниматься, что здесь можно делать. Начал фантазировать, придумывать, если бы я родился в таком городе, вот начал там свою жизнь в таком городе, я бы, блин, сдох бы со скуки в этом же городе. Причем не от старости, а от скуки. Или, наверное, валил бы в какой-нибудь большой город. Реально, вот смотрю по сторонам, только дома слева-справа. Ну, справа еще ЖД-дорога проходит. А так здесь ничего нет, ну, редкие магазинчики. Хорошо, кто-то там магазинами занимается, зарабатывает на жизнь себе. У кого-то там стоянка построена, гостиница, стоянка, ладно, эти понятно. А остальные люди как живут, что они здесь делают? Почему они здесь живут, почему они не валят из этих городов? Может, это как-то от внутреннего понимания, что ли, человека зависит. У меня прям тоску и страх нагоняют такие города. Что здесь можно делать? Работать вон в салоне МТС справа за 15 тысяч в месяц. Интересно, здесь есть хотя бы там какие-нибудь кинотеатры, дискотеки там? Как молодежь время проводит? Что они здесь делают? Это как в этом, в 12 стульях. Такое ощущение, что ну, столько было построено кого там, цирюльных, парикмахерских и похоронных агентств, что казалось, что люди рождаются только ради того, чтобы постричься, помыться и умереть. Здесь я даже парикмахерских не вижу. Люди рождаются, чтобы умереть. Интересно, как у них распорядок дня проходит. Проснулся, умылся, позавтракал. И куда пошел, что пошел делать? Дрова рубить, чтоб печку натопить, но это надо на пенсии дома заниматься этим, на даче. А не всю жизнь так проводить.
собственно, выезжаем мы из этого города, Нижний Ингаш. Сауна есть. Это для дальнобойщиков. Интересно, местные люди видели хотя бы мир, что за пределами этого Ингаша происходит? Сколько лет я уже трындела о том, что необходим мост. Понятно, что работу найти можно поблизости здесь, но это же не работа, это же каторга. За копейки, вот я не знаю, вот здесь на шлагбауме сидеть, поднимать, опускать. Ну, почта здесь есть. На почте работать, с ума сойдешь. Разговорился. Так вот, сколько я трындел о необходимости строительства моста через реку Лена. Укладывается у меня в голове, почему люди здесь живут, почему отсюда не палят. От Якутска к Нижнему Бестиху. Года, наверное, 4 писал и на прямую линию президенту, и в комментариях об этом очень много говорил. Слава Богу, вот пару дней назад, вчера, вернее, была. Лес повезли, уголь, судя по всему. Вчера была пресс-конференция, где журналисту из Якутии удалось задать вопрос про мост через реку Лена. Ну что, очень радостная новость, что мост будет построен, я думаю, в ближайшее время. Потому что сообщение между Якутском, как они говорят, с материком, они считают себя оторванными. Ну, правильно, считают, что река Лена. Сообщение только, скажем так, в зимнее время, по зимнику, для больших грузов, для легковых автомобилей, в летний период. Ну, это там вообще кошмар. Я смотрел видео. Что-то там отогревается, когда машина стоит. Переходничок или трубка, и то только правая. Левая водительская как не работала, так и не работает. Так что мост через реку Лена, я думаю, в ближайшее время будет построен. Наконец-то. 30 лет не могли то проект согласовать, то... Ну, много было причин, и, я думаю, лоббировали блокировку строительства моста. Это те, кто занимается переправой. Много суден на воздушной подушке, которые перевозят людей с одного берега на другой. И цена там, мама, не горюй. Переправа, сейчас уже не помню. Но по московским меркам это невысокая цена. Но для местных жителей ежедневно переправляться на работу и с работы через Лену на воздушной подушке, это накладно. Ну и в межсезонье никакой переправы нет, никакого сообщения нет. Зимник закрывают, потому что опасно ехать, лед может провалиться.
Летняя навигация еще не открыта. Вот мне, ну как скажем, повезло или не повезло, когда подъехал к Якутску, читал в газетах и в интернете, что сообщение организовано, что навигация началась. На самом деле ничего подобного не было. Навигации еще не было. Перебрался через Лену на воздушной подушке. Но об этом есть видео. По-моему, Хабаровск-Москва, Хабаровск-Якутск, по-моему, называется маршрут. И вот там в конце снимал видео из салона или из каюты, вот это на воздушной подушке, там, как его назвать-то, лодка, не знаю. Желающие могут посмотреть. Это радует. К сожалению, никто не задал вопроса по экологической обстановке в Ачинске. Жуткая экологическая обстановка. Время, которое занимает проезд через город, составляет, ну, несколько минут, а минут, может быть, 20. Но за это время на панели приборов собирается такая тонкая белый налет. В салоне автомобиля запах, привкус металла. И проехав Ачинск, еще на протяжении многих километров чувствуется привкус металла. Страшно жуткая, отвратительная экологическая обстановка в Ачинске. Ну, надеюсь, что кто-нибудь задаст и этот вопрос президенту в следующем году. Об этом уже неоднократно говорил. Уровень жизни составляет 40 лет. Город хороший, но вот этот глиноземный комбинат по Розе Ветров, сколько раз проезжал, уже не помню, постоянно выбросы идут на город. Поставить фильтры, я не думаю, что это очень затратно. И было бы очень эффективно, если бы вот эти владельцы этого комбината, чтобы президент заставил провести свой отпуск со всеми домочадцами, вот именно в Ачинске. Думаю, после этого быстро бы там наладили, улучшили бы экологическую обстановку. Ачинск – катастрофа, беда. Поэтому, если у кого есть возможность, вот об этом трындите, пишите, говорите на каждом углу. Надеюсь, дойдет до главы государства, и какие-то меры будут приняты. Ну вот насчет моста через Лену, я говорю, радуюсь как щенок. Thank you.
Она и сейчас есть, она никуда не исчезла, это проблема. Вот. И отсутствие интернета на трассе. Ну, расходы-то нет, как бы. Но нет. Это раньше у меня был безлимитный интернет, сейчас-то он лимитный. Алло. Я думаю, никак. Я вообще первый раз такое слышу. Так, проезжаю, знаешь что? Проезжаю Тины. Тины, первый Тимофей. Ага. Это я понял. У меня вот другая мысль в голове крутится по поводу того, что ты там в YouTube выкладываешь. Как избавить себя вот от этой заморочки и траты времени там по 10-15 часов на одну серию? Может, без обработки, без ускорения выкладывать? Вот как есть там. Ты меня на громкую поставил? А можешь убрать с громкой?
Но ты понимаешь, это как бы ты себя избавляешь вот от этой кучи проблем. Ну, по 15 часов ждать одну серию, это же тоже не это. Нет, не по-человечески. В Китае? А вы уже обговаривали, ты уже выбрал какой? Слушай, ну а сколько он стоит, ты говоришь, там этот, ну сколько он стоит? Ну, я думаю, есть у тебя такие деньги. Да вот и, а вот не надо, а вот не надо. То, что есть сейчас, потрать это на здоровье. Просто не надо его ронять. Ну, да, конечно, не роняешь. Когда на балконе музыку слушаешь. Когда идешь туда или когда обратно. Там опять к вечеру животик будет болеть, они под ними бутербродами питаются. Алло, Кирюш, привет. Чё ты там кушаешь? Опять бутербродики целыми днями кушаешь? Чтобы животик потом болел? Что? Нет. Накушаешься вот так вот в сухомятку без супчика, это и будет животик говорит. Потом болеть. С кем? От чего? Нигде, слушай. А, от чипсов? А? Нет, не только от чипсов. Когда в сухомятку кушает, тоже болит. А слушай, что говорит. Нет. Алло. Слушаться будешь? Ты подарки со дня рождения все распаковал свои? Да. Алло, Кирилл, во все игрушки поиграл уже? Только в одного динозаврика. И кинов кушал. Мы с тобой по телефону не сделали, Ты уже во все поиграл? Нет. Пожарную машину собрали? Нет. Ну, молодцы. Молодцы.
Слушай, а там аэропорт был, вы аэропорт собрали? Аэропорт? Ты играл уже в аэропорт? Это же ты собрал и мама собрала, и я вам помогал. Потом я не захотел вам помогать. Ой, ладно, пусть бежит там, играет, занимается своими делами, что он там делает. У него сегодня халява без садика. На, иди отсюда. Иди к папе. На. Иди, иди сюда. Да. Ну ладно, попусть это, главное, чтобы это... Двигайте, да. Не заболел. О, ну видишь, блин. Вовремя подключись. Ну, ну, там, за час, нахуй, 200 рублей, Мишка, это монтаж, где да, дальнобойщик, мат на мать. Слово мат, слово мат, слово мат. Без мата разговаривать не умеют. Да, они не ругаются, они матом разговаривают, ну, как в армии, собственно. Но, блин, ну нельзя же так, ну, я понимаю, ты дальнобойщик, но... Ну, это же как-то... Ну... Да-да-да. Ну да, что-то ты это разошелся и как-то выплеснул бурю эмоций негативных. Все, связь пропадает, я не слышу. Алло, алло. Алло. Ну вот сейчас нормально. Все, все, хватит, хватит про дальнобойщиков, пофиг. Какой? Ты еще эту не доделал, что ли? Вторую серию? Так давай доделывай, время уже сколько? 11. Ладно, все, хорошо, давай, закончишь, набирай. Товарный поезд, который пропускали на переезде с углем и с лесом. Вот он сейчас по левую руку, но уже за лесом. Небольшой подъем, фура не может с места сдвинуться, скользит.
Там освободилась и была, но на моей полосе была свободна, как бы.